Юные бичане будут менять мир вокруг себя. В молодежном центре Родины впервые в Бийске объявлен прием заявок на конкурс урбанистических идей. Конкурсанты представят самые дерзкие, креативные проекты по благоустройству, экологии и развитию транспорта Наукограда. К участию приглашаются начинающие урбанисты в возрасте от 7 до 18 лет. Также за победу может бороться как один участник, так и команда из 2-5 человек. Они видят какие-то проблемы, иногда, может быть, как-то слишком их сильно видят и хотят их решить. Вот. У нас большой срок, достаточно 1,5 месяца, потому что они приходят только с идеями, они не знают, как показать эту идею, как разработать проект. В течение 1,5 месяца мы обучаем, как вести проект, потом как его презентовать, как его защищать. Вместе пишем доклады. Большая часть работы их, но мы им даем какую-то материальную базу, знания. Они на основе этого делают. Конкурс урбанистов – это часть большого проекта «Юный Наукоград». Реализация лучших представленных конкурсных работ будет разрабатываться до мелочей. Для помощи конкурсантам будут привлечены специалисты – архитекторы, дорожники, экономисты и не только. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку лично в оргкомитет по улице Социалистическая, 2/1, или через интернет, оставив сообщение в группе «Молодежный центр Родина» ВКонтакте или личное сообщение организатору конкурса Павлу Шубину. Все заявки будут рассмотрены до 1 февраля. Отбор лучших идей продлится 10 дней. Финальный этап конкурса урбанистической идеи состоится в середине марта.